Всем привет! Ребята, всем привет! Всем добрый день! Да, свершилось! Я переставила мебель вчера. Мучилась целый день, было не до съёбок. Очень тяжело мне это далось. Но в итоге комната стала больше. И она стала более квадратная, потому что она была такой трубой все. Теперь у меня отдельно стоит стол, встал цветок. Единственное, теперь будет не очень хорошо открываться кровать, но на этом мы закроем глаза. И, конечно же, все переехало, все вещи, все компьютеры, все-все-все. И сегодня точно такая же генеральная уборка у меня у Василисы. Там тоже дурдом, но времени не так, кстати, много. Буквально у меня сейчас останется сейчас около двух. Ну, где-то полтора часика я могу поубираться. Потом нам надо будет собираться на окончание школы английского языка. Там какой-то праздник. Вот. Достала рамки. У меня, оказывается, куча рамок. 9 на 13, на 17, да? Это икеевские старые. Раньше такие делали. Не знаю, сейчас делают или нет. Да и вообще сейчас Икея, по-моему, ушла или не ушла. В общем, я уже запуталась, кто куда ушел. Но я хочу покрасить все рамки в белый цвет. Поэтому я их достала. Типа они будут покрашены в ближайшее время. Нифига, они будут здесь лежать еще месяца 4. И еще есть у меня рамки. Там висели Василисины такие украшения для комнаты. Василиса у нас рисует. Сегодня переехала на кухню. Лиса раскрашивает котиков вот таких классных. Картина по номерам. Это просто картинка, мне мама подарила на конец года школы. Да, так что она вот раскрашивает, а я пока там у нее комнату пытаюсь разгрести хотя бы немножко. Сейчас попробуем. Выглядит бардак, короче. Ну, я его навела, здесь не так было страшно. Я повытаскивала все из тумбочки, потому что половина не надо. Я выкинула все прописи, все тетради школьные, всю фигню. В общем, все сейчас на кровати. Посмотрим, что это будет получаться, потому что много хлама. Надо это все убрать, надо все вытереть, надо все переставить, снять вот эту карту, подклеить, которую Маруся сожрала карту. Понимаете? Взяла и сожрала карту со всех сторон. Вот низ это все Маруся сожрала. Собака. Вот, ну, в общем, бардак убираем. Приехали в Доброцент. Тут куча всего. Надо посмотреть. А, нам нужна алмазная мозаика, я Василисе обещала. Но тут есть еще всякая скороварка. Прикольно. Казан. Кастрюля. Василисенька, ну перестань. Всякого тут много. Мы приехали за алмазной мозаикой для Василисы. Я вчера высмотрела ее. Вот она. Дочь, вот котик. Мы долго искали в свое время кружку алюминиевую. Вот, пожалуйста, есть здесь алюминиевая кружка. 100 рублей стоит, недорого. Тарелочки тоже есть, кстати, для природы. Василиса с мозаикой. Ой, о, паласик, да. Ну-ка, гель для детской одежды. Альпис. Мне вот очень нравится гель для детской одежды в светофоре. Тут еще есть такая. Он 3 литра и называется Пуся. Пуся вообще шикарный. Это опалочки. Оу, лягушки. Классные лягушки. Ну да, прикольные. Лягушки — это круто. Свечи. Тут всякое еще есть? Не знаю. Наверное. $65 пималюк. Что тут еще? Финиш. 799. Тряпочки. Тряпочки. Почем тряпочки?
полотенце. Да. Мешки. Большие. Да. Написано прочные. Я последний раз в светофоре купила, они ужасные. Просто рвутся. И все. Пакеты для мусора. Эко. Прикольно. Пойдем. Средство моющее Пальмира. Что такое? А, дуреть. Такого вообще никогда не видела. Средство моющее. Здесь есть мое любимое ведро. Ну, типа такого у меня. А, у нас и так есть синие. Может, я хочу еще бежевое? Может, дополните мамочек купим? Она такой не любит, у нее деревянный. Ну, он деревянный, мне кажется. Ну, похож. Угу, корм для собак большой. Ого! Мы не будем покупать, а то у нас... Пойдем туда, в холодильник? Дикая ребенка у меня. Сливки вот есть. Сейчас на колбасу запахнуло. Яйца дорогие. Сливки это. Почитай, как называется. Сливки. Может, Маруся купит сливки? Маруся твоя ничего не ест. Короче, мы зашли в заморозку, в охлажденку посмотрели. Там есть масло. Размера. Иди давай. Я с мамой буду собирать. Мама будет забирать море, а я котика. Мама сегодня будет смотреть фильм, который не смогла посмотреть вчера. Нет. Так, вот сок. Можно вот такой попробовать. Я вчера купила литровый. Конечно, состав атас какой. Курымы по-русски вот. Нет, не хочу такой. Я вчера другой покупал. Ребята, лучше не идите сюда, там касса кассира. Касса кассира? Угу. Хорошо, яблоко будем покупать? Вот яблоко, виноград, а вот просто яблоко. Давай просто яблоко купим. Давай. Давай. Мы еще не пробовали. Пошли. Нас отправили обратно. Я вчера здесь была, вот. Мне понравилось рис по 36 рублей. Так что, всякие печеньки тут. Можно купить. Не надо нам пряники, у нас есть. Ага. Вот, смотри, Василиса, ты такое вот не любишь? Почему? Твоя любимая фирма. Нет? Чипсы какие-то удивительные. Палочки. Ага, тут. Не трогай, это стеклянное. Не трогай, говорю, это стеклянное. Пришли с Доброцена. Василиса выбрала себе такого кота. Рыжего, классного, да? Огромная картина. Это мозаика. Мозаика. Будет ее делать. Сейчас мы будем пытаться перейти в Щукино. Попробуем, по крайней мере. Ну и к дому уже вечереет. Ну так, в общем, мы вышли с Щукина и идем в сторону дома. Погода плохая, но я думаю, что мы дойдем пешком, да, Василис? Потому что тут ехать неудобно и все равно идти пешком, да. Здесь идти минут 10 до нашего дома, 15 уже. Так что мы довольны и счастливы. Идем домой. Ой, ребятки, пришли мы домой. Василиса
уже сразу решила, что она будет выкладывать. Вот так вот выглядит полотно. Вот это убери отсюда, вот это. Вот это нам не надо, да? Ну, комплектация полная, то есть этот есть, клей есть, цвета даже есть. Посмотрите, есть плашка с цветами, можно на нее прекрасно ориентироваться. Да. И, конечно же, сам бисер, сами вот эти бусинки, они кругленькие. Так. Я помню, я стою, тоже такая же, только море. Угу. И больше сильно. Да. Не надо так делать. Я даже не представляю, как будет проходить этот процесс. Но, наверное, что-то получится из этого. Я надеюсь. Ну все. Кот на старте. Посмотрим, что получится. Так, ребята, у меня финиш. Я прибралась наконец-то. Ой, это заняло полдня. Осталось еще, чтобы Василиса заполнила свой дом. Это сейчас все лежит в тазу, потому что я этим заниматься точно не буду, у меня уже просто нет сил. Передвинули немножко мебель, так чуть-чуть посвободнее кажется. И так уже стояла мебель, но на время учебы мы ставили к стене. Сейчас да. Ну, как бы, книги не трогала, шкаф не трогала, ничего не трогала. То есть вот пока что просто вот это вот передвинула, хотя надо книжки перебирать и все. И коллекция дисков, конечно, обязательно, куда без этого. Все, финиш.